Искоренить понятие «обманутый дольщик» призвана новая система. Переход на эскроу-счета, а также перспективы строительной отрасли Чувашии сегодня обсудили в Доме правительства. Рост 125%. По сравнению с прошлым годом, общий объем строительных работ в 2018 больше, чем на 38 миллиардов рублей. Касаясь строительства жилья, по объему мы для себя планировали вместе с вами 620 тысяч квадратных метров. Динамики с ростом на 102,5%. Ну, там расчетные еще декабрьские цифры будут. Но самое главное, падения нет. Есть рост. Это неплохой для нас, для всех. И мы закладываем практически задел на уже 2019 и последующие годы. На стадии строительства сегодня 117 многоквартирных жилых домов. Вообще объемы жилищного строительства должны увеличиться в 1,5 раза к 2025 году. Амбициозные задачи на ближайшие 5 лет поставлены президентом России Владимиром Путиным. Ресурсы у нас земельные, строительные, возможности имеются. Сегодня в работе находится порядка 2000 гектар земельных ресурсов. На данных участках можно построить 7 миллионов квадратных метров жилья. Жители Чувашии стали чаще брать ипотеку. 14,5 тысяч семей в этом году таким образом приобрели жилье. Кстати, большие федеральные преобразования коснутся долевого строительства. Деньги дольщиков будут храниться в банке на эскроу-счете, а строительные расходы будет финансировать банк. Только после того, как он ввел в эксплуатацию, эти средства возвращаются, вернее, перечисляются на счет строителя. Соответственно, банк частично забирает сумму кредитных средств, а дольщик же уже в это время полностью, скажем так, защищен. И если по каким-то причинам, например, строительная организация не может довести на строительство, то есть это уже тогда проблема банка. А банк обязан вернуть дольщику полностью всю сумму. Строители, в свою очередь, с настороженностью смотрят на эту систему и опасаются о возникновении нового понятия – обманутые застройщики. Возможности для обманутых строителей не будет. Это я абсолютно точно заявляю, потому что банк, с одной стороны, продает жилье и кредитует физических лиц, а с другой стороны, мы полностью все затраты строителей финансируем в рамках этого проекта. По этой схеме в Чувашии уже работают 2 застройщика – ТУЗ и строительная компания «Центр». Полномасштабный же переход на счета эскроу произойдет 1 июля 2019 года. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика.